Девочки, вы меня спрашивали, как я делаю кудри. Сейчас вам все расскажу. Кудри мне вообще очень понравились, как выглядят. И вообще все настолько быстро и понятно, и просто. А нужно всего одно средство. Это вот этот гель, который я вам показывала за 50 рублей. А, считай, на всех последних видео у меня будут такие прически, потому что это очень удобно и мне нравится. И, во-первых, лето, знаете, не хочется заморачиваться с утюгом и портить волосы, хоть как-то нужно их... Летом солнышко, когда ты делаешь маски, да, хоть как-то восстанавливать. И поэтому желательно не пользоваться утюгом. И считай, я 6 раз делала видео, и у меня геля вот чуть больше половины осталось. Шикарный вообще гель. Это у нас мокрый эффект, волшебная фея. И сейчас вам покажу. Значит, здесь написано... Так, здесь вообще у нас написано... Да, небольшое количество геля нанести на влажные волосы и уложить их. Я наношу на сухие. Вот, у меня голова высохла. Считай, я вчера помыла, голова у меня высохла. Я не расчесываю, ну, как бы я расчесываю влажные волосы, и все, и ложусь спать. И потом просыпаюсь, как бы, вот у меня такая прическа. Так, если какой-то шум, это у меня тут немножко вентилятор, потому что сидеть просто невозможно, девочки. Я надеюсь, вы меня поймете. Итак, беру гель. Значит... Вот так, на две части. А, немножко технологии, да? Вы наливаете гель на ладошку и вот так вот жамкаете волосы. Гель сначала на волосах мокренький такой, он немножко вам может показаться, что он прилипает к рукам. Проходит буквально максимум 5 минут, он высыхает на волосах, и все. Вы его абсолютно не чувствуете. То есть, знаете, он не застывает, бывает, знаете, как атомный такой лак, нет. Мягенькие такие волосы, но я думаю, на видео видно, что они не совсем дубовые. Так, и так я вот выливаю на волосы гель. Вот так растираю, чтобы мне на волосы. И вот сразу я начинаю прям жамкать волосы, чтобы они пропитывались уже таким эффектом жамканым, так сказать. Сейчас... Неудобно снимать и разговаривать. Сейчас я сразу на другую сторону. Если у вас волосы густые, конечно, вам нужно побольше. Потому что мне, допустим, одной ладошки не хватает. Потому что у меня волосы густые, и мне нужно побольше. Я выдавливаю помаленьку, чтобы помаленьку был такой эффект. Вот, видите, такие получаются жамканные волосы. Если вам нужно слегка придать такие волны, то вы можете слегка. И потом, когда гель подсохнет, он немножко волосы ваши распушит, и у вас будут такие как бы легкие локоны. Но если вам прям надо много-много, то вам геля много нужно. И желательно, самый какой момент, чтобы у вас была пушистость по всей голове, вам нужно голову сейчас запрокинуть, и сделать это уже как бы снизу. Вот. Я просто, чтобы вам показать, не буду сейчас челку укладывать, потому что я сейчас все равно сделаю хвостик. У нас сегодня неимоверная жара, и мне нужно в магазин. Вот, сейчас гель немножко подсохнет на ваших волосах, и вы потом вот так еще сделаете... И лаком сбрызните, и у вас будет кудри, какие вам надо. Если вы хотите прям вообще мокрый-мокрый эффект, конечно, вам понадобится геля очень много. Но я считаю, что за 50 рублей на 4 раза это вообще шикарный бюджетный гель. И как бы, если будет в большой банке, я обязательно возьму. Вот он начинает подсыхать, и он уже начинает не липнуть к волосам. И лаком, если вы сбрызнете, у вас будет вот такой эффект. Вот. Можно всяко-разно укладывать. И челку закладывать. Вот. У кого длинные волосы, особенно тонкие, мне нравится такой эффект. Особенно, когда девочки делают вот так, на одну сторону. И здесь такие кудряшки, вообще просто супер. Вот.
И еще спрашивали про реснички, какие были у меня реснички в видео. Это были девочки-реснички из Галамарт, которые я вам показывала. Вот так они выглядят, пушистые, видите, какие. Вот я отрезаю вот столько и приклеиваю. То есть они многоразовые, я их уже каждое видео клею. Главное их хорошо промывать. То есть вы когда их снимаете, на них остается немножко клея, потому что у них само вот это основание сцепки широковатое. То есть если с Алиэкспресс там идет проволочка или ниточка, то здесь немножко основание широковатое, и на нем остается немножечко клея. И вы когда моете с мылом, вы этот клей сдираете, мылом помыли, по полотенчикам так, специально маленькое полотенечко для ресничек надо иметь, не пользоваться всякими вот этими влажными салфетками, потому что они все равно остают пушок, и в ресничке могут забиваться этот пушок, он потом присохнет к этим ресницам, нафиг вам надо. Вот, поэтому обычным полотенцем, махровым там или каким вафельным промокнули так, чтобы у вас реснички были суховаты. И все, и кладете либо обратно в контейнер, но у меня другой обычный маленький такой контейнер для ресничек всяко разных. Вот, поэтому классные ресницы, я их вообще не ощущаю на глазах, шикарные просто за 200 рублей. Ну, вам их надолго хватит. Единственный такой момент, что многие меня спрашивают, насколько их хватает. Все зависит от того, как часто вы их приклеиваете и как часто вы их тушью, то есть прокрашиваете вместе со своими ресницами. Если вы прокрашиваете тушью обильно, то есть они будут быстрее портиться. Если вы прокрашиваете просто для соединения немножко с тушью, то как бы они вам прослужат долго. Главное, вот я говорю, что сдирать клей, потому что клей все равно разлагает, я думаю, вот этот материал, из чего сделаны реснички, и их промокнуть, и чтобы они лежали, чтобы на них ничего не попадало, грязь или пыль. Вот так. Так, девочки, сейчас будет эксперимент. Значит, заходила я в Ашан и увидела, что вот такую новинку. Хотя в интернете я прочитала, что это уже далеко не новинка. Вечно до нас и до меня, в частности, что-то доходит. Это вот такой. Это у нас смываемый красящий бальзам для волос от Комплимент. Значит, выглядит он вот так, но я вам ставлю фотографию, как он выглядит. Значит, когда я его покупала, там был такой лавандовый, потом изумрудный и еще, по-моему, розовый. Розовый весь разобрали. Видимо, все хотят ходить с розовыми волосами. Написано, что для осветленных, милированных и волос с эффектом омбре. А на обратной стороне соответствие цветов, но... Когда я его купила, начала искать в интернете, и ни одного, в принципе, хорошего отзыва на него не нашла. Поэтому я даже не знаю. Стоит он, на него была скидка, то есть по скидке стоило, по-моему, 36, что ли, рублей. В общем, 40 рублей, но здесь всего лишь у нас 25 мл. И здесь написано, что цвет держится до 70 процедур мытья волос шампунем. При смывании цвет может немного измениться. Ну, соответственно, цвет меняется, и цвет изменяется, смывается. Скорость смывания оттенка зависит от состояния волос. На пористых волосах оттенок может держаться дольше указанного. Но, когда я читала отзывы на отзывике про этот бальзам, он, в принципе, даже не дает никакого эффекта. То есть, он абсолютно не закрашивает волосы. Поэтому, хотя у всех девочек были блондированные волосы, я поэтому сейчас хочу покрасить челку. Вот. Здесь у меня пористые волосы, и я думаю покраситься. Даже если будет яркий какой-то фиолетовый цвет, ничего страшного нет. Шампунь глубокой очистки нам в помощь. Здесь написано, что не содержит аммиак и окислитель. Ну, естественно, такой красивый, видите, лавандовый цвет. И сейчас написано, что нужно надеть перчатки. Но так как девочки писали, что он очень слабо пигментирован, просто очень. Я поэтому даже никаких перчаток не приготовила. Вот, и сейчас будет чистой воды эксперимент. Все мы знаем, что как красит тоника, да, мгновенно. Но видите, цвет, в принципе, фиолетовый. Так, вот, какой красивый, знаете, какой красивый? Посмотрите, какой. Ну, я не знаю. У девочек не такой яркий был. Вот. Так-то он темный. По запаху... Пахнет, знаете, даже, я бы сказала, как-то парфюмировано. Так, я наношу не только на обесцвеченные корни, но и на свой цвет волос. Вот. Ну, я посмотрела про этот оттенок.
Один только отзыв был на этот оттенок. Вот так сделаем. И там по фотографии я не сказала, что он такой прям яркий. Я не увидела. Может быть, мне повезло, что у меня такой яркий, и он действительно покрасится в такой фиолетовый цвет. Буду я ходить с такой фиолетовой челкой. Вот. Ну, ничего страшного. Меняться же надо, девочки. Эксперимент есть эксперимент. Какой будет, такой будет. Написано, что... Так, сколько нужно держать-то? Что-то я не посмотрела. Ставьте на 5... От 5 до 20 минут в зависимости от желаемого интенсивности цвета. Я ставлю на 20 минут. И мы посмотрим, какой цвет получился. Вот. Потому что у меня здесь самые светлые волосы на челке. Ничего страшного. Вот видите, какой красивый цвет, по крайней мере, получается. Запомните этот цвет и потом посмотрим, какой получается у нас. Так. Даже если будет такой яркий, я думаю, ничего страшного нет. Так, вот эти волосюшки, которые торчат, я думаю, их тоже можно покрасить. Чего уж они торчат, они тоже хотят быть покрашенными. Правильно, правильно. Так, вот. И на эту сторону, и вот эти. Тоже, чтобы у нас потом на проборе хотя бы как-то оттенок играл. Вот, вот так замотаем за ухо. И будем ждать 20 минут. Так. Так. Бальзамчика у меня еще немножко осталось. Я сейчас защипну это все. А с крабиком я защипываю такие средства. И если бальзам действительно красивый оттенок даст, то я потом еще покрашу что-нибудь. Им где-нибудь там разделю, прятки нижние покрашу. Посмотрим, оставайтесь со мной. Ну вот, вуаля, посмотрите, какой цвет получился. Держала я ровно 15 минут, и теперь я не верю отзывам, что этот бальзам ничего не красит. Мне кажется, он красит прекрасно, и он даже затонировал все волосики, но он действует как прямой пигмент, то есть прямой пигмент держится профессионально дольше. Это же бальзам. И я надеюсь, смываться будет не в какой-то там розовый, а будет вот таким же нежно-нежно фиолетовым. Ну, посмотрим. Ну, теперь я буду немножко фиолетовая. И когда он, что он работает, я поняла сразу, потому что у меня покрасились ногти и покрасились руки. То есть, видите, вот этот оттенок на руках, он покрасился. И даже лак покрасился немножко фиолетовый. То есть, я поняла, что он работает... что он рабочий бальзам, поэтому я не верю, когда теперь, что девочки ничего не покрасили, потому что, может быть, розовый не так окрашивает, но вот. Это влажные волосики. Да, перед, как бы это влог, и перед следующим видео я, наверное, голову помою раза 2 или 3, и посмотрим, какой оттенок сохранится на волосах, но... Теперь я буду ходить вот с такой фиолетовой челкой, пугать народ. Хорошо, что я хожу с хвостиком вот так. Ну, то есть вот так, все прекрасно. Сейчас модные фиолетовые цвета. И, кстати, этим летом и в следующее лето тоже, на следующий год, модные вот такие сиреневые оттенки, розовые в волосах. То есть блонды разные нужны, так сказать. Ну, посмотрим. Так что, девочки, кто хочет прятки, и теперь у меня остался бальзамчик же, половинка, я хочу вот эти немножко тут сделать тоже прядок, потом сделаю, может быть, вам покажу, или просто сделаю сама. Но то, что это средство рабочее, это 100%. Так что, девчонки, кто хочет розовый, кто хочет сиреневый, такой мечтал, кто хочет на амбре, вот рабочее средство буквально за 40 рублей, ну, без скидки там, по-моему, 60 рублей. Так что, девочки, для таких легких оттенков я считаю, что это супер средство. Влог продолжается. Так, вот, смотрите. Третий раз я помыла голову. Сейчас дневной свет, и вот вам показываю, какой цвет. То есть,
немножко уходит в синеву, да, мне кажется. Но смывается постепенно. Постепенно, в общем, смывается. И я надеюсь, многие писали там в отзывах, оставлю вам ссылочку на отзывы на этот бальзам. Многие писали, что он подходит для нейтрализации желтизны. Полная фигня, девочки. Это окрашивающий бальзам, который, кстати, 3 раза я помыла голову. И вот запах сохраняется вот этого бальзама именно вот на челке. То есть я его чувствую. Сейчас я нюхаю волосы, несмотря на то, что моя маска, она еще пахнет. И вот этот бальзам, он прям запах чувствуется. Ну вот какой цвет. Я думаю, вам все видно. Так что смывается нормально, никаких неприятных ощущений. Вот так вот я буду в ближайшее время. Но пока дойдет дело до следующего видео, еще раза 2 голову помою. Но, знаете, для экспериментов так пофотографироваться мне нравится.